Сегодня телеканал «Дождь» присоединяется к акции «Общество Мемориал». Мы вспоминаем и зачитываем имена тех людей, которые были расстреляны в годы политического террора. Среди них были Барбашев Михаил Константинович, 64 года, сторож сада на станции Серпухов, расстрелян 30 августа 1937 года. Бардин Василий Васильевич, 53 года, член Московской городской коллегии защитников, расстрелян 3 октября 1938 года. Баринов Василий Федорович, 45 лет, крестьянин, колхозник, расстрелян 20 августа 1937 года. Барихин Александр Тимофеевич, 38 лет, начальник технического отдела, расстрелян 25 августа 1938 года. Барков Валерий Ефимович, 29 лет, экономист Московской городской стройконторы Наркомата связи СССР, расстрелян 29 марта 1937 года. Бараковский Ян Янович, 34 года, заместитель директора кинотеатра «Москва», расстрелян 30 декабря 1937 года. Баронский Михаил Борисович, 54 года, начальник паровозного отделения станции «Москва-сортировочная» Ленинской железной дороги, расстрелян 20 сентября 1938 года. Барсуков Дмитрий Филиппович, 49 лет, конюх совхоза Чанки Коломенского района, расстрелян 5 ноября 1937 года. Бортницкий Эрвин Адамович, 41 год, механик автобазы, нарком тяжпрома, расстрелян 16 июня 1938 года. Белова Ольга Александровна, 32 года, секретарь-машинистка научно-исследовательского химического фармацевтического института, расстреляна 10 декабря 1937 года. Вы можете присоединиться сегодня к акции, которая проводится обществом «Мемориал» уже с утра, и она идет сейчас на Лубянской площади возле Соловецкого камня, и она будет проходить там до 10 часов вечера. Там будут зачитаны имена тысяч людей, расстрелянных в годы политического террора. Приходите.